Всем огромный привет! Сегодня приготовим заварные блинчики. Они получаются очень вкусные, со множеством мелких дырочек и хорошо снимаются со сковородки. Для приготовления в глубокую миску насыпаем 1 полный стакан муки, добавляем 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара и 1 стакан молока. Хорошо перемешиваем с помощью венчика. Далее в тесто тонкой струйкой вливаем 1 стакан крутого кипятка, быстро и интенсивно размешиваем. В конце добавляем в тесто 2-3 столовые ложки растительного масла и еще раз хорошо перемешиваем. Будем жарить блинчики на раскаленной сковородке с одной либо с двух сторон. Я всегда жарю с одной стороны. На обжарку блинчика с одной стороны уходит примерно полминуты либо минута, зависит от мощности плиты. Готовые блинчики в горячем виде смазываем сливочным маслом и украшаем по своему вкусу. Такие блинчики можно есть с чем угодно, они хороши с любой начинкой. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам всего самого доброго, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч! Пока-пока!